все перед валами. Реально канатли. Мы находимся в канатной Турции. Это июля 2014 год. Это такая красота. Заселяем вечером. Где-то куряшка, которая курит, блин, кривую сигарету. Вон, он уже заказался. Это завлекалочки такие. Ух ты, на гитаре играет. Сам живой. Живая музыка. А вы спросите, куда он ее делал? Скурил? Не бойся, я тебя не укушу. Ну мне никто не приглашает. А где твоя кривая сигарета? Прикольно. Все прикольно. Ой, вино. Вы если зайдете внутрь, еще прикольно. Это все, не работает. 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 Видишь, живая музыка, да? Я говорю, живая музыка. Конечно. Три раза в неделю. Можете сами сходить, если хотите. Ну это только если сильно пьяный будешь, тогда мы можем. Да не проблема, здесь все есть. Можно напиться, да, можем вместе напиться. Будем вместе петь. А можно ты напьешься и споешь? Нет, прикольная сигарета. Нет, ну ладно, вот я не напьюсь никак. Офигеть. Я сделал наш сосуд. Почему нет? Это как же эпоха! Потом будет смотреть, вспоминать тут. Да! Это невозможно. На дискотеке это само собой. Все там, а здесь? Я снимаю, я папарацци. Здешний плейбой. Можете познакомиться. Казанова. Пока. Все, счастливо, спасибо. Вам спасибо, девочки.